Добренько. Всем добренько. А прошлый раз, когда он заходил и писал, что типа Lexus это говно, типа я их посмотрел, все говно. Это он был или фейк на прошлом стриме? А вдруг не фейк? Ни один человек не скажет, что Lexus говно. Это можно здесь сказать, только чтобы кого-то разозлить. Ну вот он так вот писал, как будто меня разозлить специально. Не могут люди написать, что Lexus говно. Что значит Lexus говно? Lexus это Toyota. Toyota хорошая машина. Lexus еще лучше, чем Toyota. Как он может быть говно? Я не знаю, но он написал, что он говно на прошлом стриме. Ну, значит, человек тумбус написал, что, блядь, ты ему противоречил, то, что ты сказал, что, блядь, ты это... Не может, Lexus. Что значит Lexus говно? Lexus самая охуенная машина, блядь. Ну вот, я так и так же так думаю. А он написал, что Lexus говно. Вы помните это на стриме прошлом было? Ну, по какому-то я не помню точно, но это было на стримах. То есть смотрит мои постоянные стримы, он помнит. Ну вот на этом, на лайв-канале я имею в виду. Он писал это. И это самое, всегда ему... Саша, у нас там коньячок, ты выпьешь с нами? А он-то... Ну, что, под нос там скажет там.